Праздничный день в фойе областного центра молодежного творчества – настоящее оживление. Поздравить университет с днем рождения пришло большое количество гостей. Каждый из них несказанно рад, что вот уже более 70 лет в областном центре существует такая высококвалифицированная педагогическая школа, специалисты которой отличаются своей профессиональной подготовкой и отношением к выбранному делу. Мне кажется, наш университет – это одна большая команда. У меня много друзей в Минске учатся, и вот в Брестском техническом университете, но мне кажется, что именно в нашем университете вот все студенты и преподаватели, и руководство университета взаимосвязаны, действуют как команда, и действительно мы все одна большая семья, и мне кажется, это очень важно. Любая дата – это символическое явление. Она лишь подчеркивает нашу возможность лишний раз порадоваться за то, что университет существует. А существование университета для любого города, для любого государства – это как существование воздуха, который необходим для дыхания. Так вот, университет – это то, что улучшает дыхание нашей души, нашего сознания. Брестский государственный университет имени Пушкина – один из старейших вузов страны. За долгие годы существования из стен университета вышла не одна тысяча специалистов, которые работали и работают в самых различных сферах экономики и социальной жизни государства. Педагоги, журналисты, юристы, ученые, технологи, экономисты, менеджеры. Успехи сотрудников учреждений образования оцениваются и на уровне государства. В год науки Пушкинский университет стал обладателем премии правительства в области качества. Это большая заслуга как профессорско-преподавательского состава университета, так и студентов, аспирантов, магистрантов, сотрудников, потому что все мы работали для того, чтобы достичь результата. Кроме того, мы горды тем, что за это время, год науки, в нашем университете защищено 9 кандидатских и 2 докторские диссертации, что процент преподавателей с учеными степенями и званиями у нас 54,5% при норме для университета 41%. В праздничный день администрация вуза подготовила для гостей и сотрудников учреждения большой концерт, в рамках которого прошло чествование лучших из лучших. В торжественной обстановке они были удостоены грамот и благодарности от руководства университета, что станет хорошей мотивацией для будущих успехов. В планах большое количество новых интересных образовательных проектов, о которых мы еще услышим. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Буктова».